уважаемые дамы, от нашего сильного пола вашему слабому и прекрасному полу искренние поздравления с 8 марта. Удачи вам, любви и таких сильных мужчин, как в каком-нибудь юмористическом шоу, типа нашего. Дорогие дамы, дорогие женщины, бабушки, мамы, тети, сестры, поздравляю вас с 8 марта, с этим прекрасным весенним праздником. Желаю, чтобы вам дарили в этот день, и не только в этот день, как можно больше прекрасных цветов. А тем, кто еще не нашел своего рыцаря на белом коне, чтобы, конечно, вы его нашли. Именно рыцаря, а не коня. Это Вячеслав Мясников. Поздравляю. Дорогие наши цветочные, невероятно красочные женщины, девушки, жены, матери, бабушки. Обожаем вас безразмерно, любим вас. И все это только потому, что вы подчиняетесь нам. С 8 марта! Дорогие наши девушки, женщины, девочки, бабушки! Поздравляем вас с Международным женским днем. Шутить не буду, мы вас любим, уважаем, ценим и желаем вам всего самого хорошего. Дорогие тети, поздравляем вас с этим днем. Ура! Ну, например. Дорогие женщины, поздравляем вас с 8 марта. Желаем счастья, здоровья, успехов вам в личной вашей женской жизни. Чтобы все было хорошо. Поздравляха! Дорогие женщины, поздравляем вас вашим прекрасным праздником, днем 8 марта. И помните, что в этот день главное не подарок, а главное участие. Привет, русские женщины! Привет из братских США! Сейчас специально вам в подарок я убивать одного американца, настоящего ковбоя! Дорогие наши милые женщины, благодаря вам мы становимся все моложе и моложе. Нам хочется быть сильными, умными. И, ну, что-то у нас да и получается, а что-то не получается. Тем не менее, с праздником 8 марта. Всего вам самого хорошего. Любви, счастья, благополучия. И все это вместе с нами.